На избирательный участок Вениамин Кондратьев приехал вместе с супругой около полудня. Голосовал глава региона по месту жительства в станице Динской в одном из детских садов. Вениамин Кондратьев уверен, будущее страны зависит от каждого голоса. Голос каждого много значит. Каждого жителя нашей Кубани много значит для нашего края и для нашей страны. И если мы потом хотим себя не упрекать в том, что в нашей жизни что-то не меняется или что-то меняется, но не в лучшую сторону, то в этом случае в первую очередь должны себя упрекать те, кто не пришел на избирательный участок сегодня и не захотели в своей жизни что-то менять или сохранить ту стабильность, которая есть сегодня и в обществе, и в семьях. Край надеется на то, чтобы законы были взвешенными и способствовали стабильности. На этот избирательный участок в Динской люди приходили с самого утра. Только за первые часы работы было зарегистрировано более 200 человек.